Вот тут Боднатх, а тут своем. Безельниковым. Вот они обе очень хороши, но Боднатх, ну, мне ближе просто. Скажите, пожалуйста, какое в вашей жизни было самое большое разочарование? Разочарование. Чтобы иметь разочарование, нужно сначала очароваться, а потом разочароваться. Такого не было, по-моему. Разочарование. А нет, я помню. Я помню этот момент, чудовищный момент, когда вышла пластинка группы Юрая Хип «Demons and...» Нет, не «Demons and...» «Magician's Birthday», пятая. Синяя такая, с красными такими... Да-да-да. И мне ее принесли, я сейчас думаю, я запишу сейчас, буду просто... А там текст, там были тексты. Я, к сожалению, прочитал тексты. С тех пор не... Это было ужасно. Очень многих волнует вопрос, кто сейчас входит в состав аквариума? Примитивно сегодня? Капитан неблагоразумный. Или... Как повезет. Капитан, как повезет. Лорд Гага. Остальные члены аквариума, которые в данный момент не присутствуют по разным причинам на этой сцене, но мысленно и душевно находятся вместе с нами, просили не раскрывать. Но они есть. Ходят слухи, что вы... Мы никого не переманиваем. Никогда. Но слухи мне нравятся. Хорошая идея. Борис Борисович! Yes! Когда новый альбом? Je ne sais pas. Но я надеюсь, что мы сможем ему удивить. И временем его появления, и им самим. Так что если вопрос в том, будет ли он, да, он будет. И как говорил один мой знакомый капитан, раньше, чем вы думаете. Так, ну что, все.